что такое вычислимость, что такое невычислимость, что такое перечислимое множество, разрешимое и так далее. Это в некотором смысле ликбез, но с другой стороны, это действительно очень полезный ликбез. Вообще, господа, придумано это все было в 20-30-е годы 20 века, когда человечество было очень близко к созданию компьютера. Более того, большую часть этой науки придумал тот самый Алан Тьюринг, который реально делал первый компьютер, да, в Великобритании. То есть он и размышлял над математическими, так сказать, идеями, и вполне реализовывал, ну, действительно, делал первый компьютер. Большое количество текстов, которые написаны на эту тему в те годы, сейчас немножко, что-то смешно читать. Дело вот в чем. В те годы люди пытались понять, что же такое вычислимость, что можно вычислить, что нельзя. То есть чем отличается, так сказать, человек от какой-то машины. Да? И пытались понять, вычислимость – это единое понятие, или же можно придумать разные модели вычислимости, и в каждой модели будет свое направление. Сейчас любой из вас берет мобильный телефон и понимает, что в мобильном телефоне установлена какая-то операционная система. Ну, если телефончик простой, то совсем простенькая, если мощный, то там несколько ядер, там, и система, соответственно, много чего может в себе, да? Вот. И любой человек понимает, что на самом деле они отличаются только количеством. То есть, если взять слабенький компьютер, но позволить ему работать очень-очень-очень долго, то на самом деле он все что угодно сделает из того, что может работать. То есть, выяснилось, что любой язык программирования на самом деле может, что называется, делать то же самое, что любой другой достаточно мощный язык программирования. Это первоначально было совершенно неочевидно, и первоначально людям в высшей степени было странно, как это машина Тьюринга. Кстати, все знают, что это такое? Поднимите руку, кто знает, что это машина Тьюринга. О, один человек, тогда расскажу. Машина Тьюринга – это одно из самых простых вычислительных устройств. Это придумал Тьюринг для того, чтобы объяснить, ну, что называется, что такое вычисление с точки зрения математики. Вот как она устроена. Есть ячейки. И есть некоторый алфавит. То есть в любой ячейке может быть написана, ну, какая-то из вот, данного конечного алфавита. И есть головка. Так сказать, не знаю, и какой-то интеллект, да? Эта головка умеет читать глазами то, что написано конкретно в этой ячейке, и у нее есть свои внутренние состояния, и их тоже конечное число. И дальше, прочитав то, что здесь вот написано, и находясь в каком-то внутреннем состоянии, у нее там сказано, это, собственно, и есть программа машины Тьюринга, у нее есть запись о том, она должна сдвинуться, или она должна остаться на месте, или она должна сдвинуться в другую сторону, на один шажок. В какое новое состояние она должна перейти? И не должна ли она перед тем, как сдвинуться, заменить букву, которая здесь, на какую-то новую букву из того самого конечного алфавита? То есть, ребят, смотрите, это существо не размышляет над какими-то философскими проблемами, не пытается заглянуть на несколько ячеек влево, на несколько ячеек вправо. Оно все время видит одну букву перед собой, имеет некоторое внутреннее состояние, и дальше переходит в некоторое состояние, одно из этого отличного набора. Казалось бы, крайне примитивная штука. Тут оказывается, что все, что человечество придумало на такой машине, сейчас для большинства из вас это абсолютно не выглядит никакой тайной. Потому что вы прекрасно знаете, что внутри компьютера есть
его внутренний язык, да, командный процесс. Программирование, на котором там написана одна программа. Есть язык, на котором написана другая. И все это легко, так сказать, одно в другое перекодируется. То есть огромное количество, можно слышать такое слово «драйвер». Да? Программа, которая что делает? Которая объясняет, как иметь дело с там, таким-то устройством. Правильно? А что она делает? Она команды того устройства каким-то образом переделывает в программу для этого, и потом назад. То есть программисты все время занимаются этим переписыванием из одного языка в другой, и все прекрасно понимают, что на самом деле, что бы вы ни делали, достаточно мощно. Все-таки, если у вас язык программирования, все, что умеет, это напечатать фразу «я ничего не могу», и на этом останавливается, то, конечно, на нем ничего не спрограммируешь. Да? Вот. А вот если хоть какие-то вещи он умеет, то уже дальше можно все раскрутить. Так вот, строгое математическое описание это есть теория вычислимых функций, которая была создана в 20-е и 30-е годы 20 века. Чем она на самом деле неправильна? Но перед тем, как ее рассказывать, давайте я объясню, в чем ее там на самом деле. В том, что не учитывает то, что иногда вычисление может существовать, но оно может быть настолько длинным, что, мы все умрем, Земля вся, там, ничего не будет, а компьютер еще не сделает и тысячную долю той работы, которую мы ему заказали. Есть вычисления, которые просто нереальны по времени, да? Или вычисления, которые потребуют ячеек памяти больше, чем атомов в доступной нам Вселенной. Вот замечательно. Вы заказали там, 10 в сотой степени ячеек памяти. С точки зрения абстрактной теории вычислимости, а какая разница? Заказали конечное число. Вот. А с нашей с вами точки зрения есть разница, потому что у нас просто нет столько атомов. Не только ячеек, у нас просто столько частичек нет. Поэтому, когда придумали эту теорию, то казалось, что называется, точно отделим понятие решаемых в вычислительном смысле задач от нерешаемых. Неправда. Потому что выяснилось, что еще более важной штукой является теория сложности вычислений. Потому что если вычисление делается слишком долго, то на самом деле то же самое, что оно не делается. Потому что какая мне разница, что когда все звезды погаснут, неинтересно. Интересно, чтобы вычисление все-таки было достаточно быстро. Но! Удивительным образом, ответ на многие вопросы удалось получить даже в рамках вот этой вот теории вычислимых и невычислимых функций, которая не обращает внимания на то, сколько нужно памяти, на то, сколько нужно времени на вычисление. Причем ответы были получены действительно замечательно и на действительно философские вопросы. Ну вот, например, у кого-нибудь, наверное, было программирование, вы знаете, что, глядя на текст программы, очень трудно понять, что же она делает. Согласны? Если хорошо написано, то можно. Если хорошо написано, то можно понять. Так? Легко понять. Вот, ребята, есть теорема о том, что понять возможно. То есть, есть теорема о том, что, глядя на текст программы, невозможно понять, что же она делает. Нет, если программу писал ваш хороший друг, который постарался хорошие комментарии написать, или постарался так написать, чтобы там было все понятно, это одна ситуация. А вот если программа достаточно общая, ничего вы там не поймете. И это я сегодня докажу. То есть вот эту теорему можно доказать очень быстро. Другая вещь. Вам пишут уравнение. Ну, какое-нибудь уравнение, скажем, x в третьей степени плюс y в третьей степени равняется z в третьей степени. X, y, z натуральные числа. И спрашиваю, есть у такого уравнения решения или нет?
Нет. Действительно нет. Это знаменитая теорема Ферма. Ну, на самом деле, даже для любого числа, для любого показателя большего двойки, вот в конце 20 века сумели доказать, что нет таких решений, но это очень особое. А теперь представьте себе, если я напишу что-то совсем случайно, просто некий многочлен от нескольких перемен, и спрошу, есть решение у этого уравнения или нет? В целых числах или в натуральных числах. Оказывается, и это было доказано в 1970 году Матиесевичем, оказывается, нет алгоритма, который по уравнению узнает, разрешимо оно или неразрешимо. То есть вот смотрите, не смотрим на время работы, не смотрим на память, которая нужна. Такого алгоритма просто вообще нет. То есть какие-то частные уравнения, пожалуйста, можно анализировать. Иногда это приводит к каким-то огромным математическим теориям, как случае уравнения Ферма. А общей теории просто не может быть. В общем, мне кажется, что это достойно. Или представьте себе, что вам пишут теорему арифметики. Просто какое-то утверждение, там, для любого числа там существует то-то. Вот интересно, можно, глядя на эту теорему, понять, верна она или нет? Ну, на самом деле, вот это уравнение, да, часто слушали эту теорему, поэтому ожидать мы уже поняли, что нельзя. Замечательно. А можно ли придумать механическое устройство, которая будет одну за другой печатать правильные теоремы арифметики. И рано или поздно напечатает все. Был такой философ и математик Лейбниц, который мечтал, он физически ничего такого, конечно, не сделал, и сейчас это еще не сделано, который мечтал о таком механическом суде. Вот он говорил, представьте себе, вот есть два человека, один думает о чем-то, другой думает там еще о чем-то. Они спорят. Вместо того, чтобы спорить, а давайте мы сделаем такое устройство, куда один каким-то образом введет свои аргументы, свои, что называется, представления, да, свои условия задачи, он считает так, а другой введет свои. А это устройство проанализирует, и пусть он в чистой логике поймет, кто из них прав. Вот Лейбниц так мечтал о своем компьютере, да, о какой-то такой компьютерной решающей системе. Вот, так вот интересно, существует ли система, которая, повторяю, будет помочь ей печатать теорему? Ну, например, теорема геометрии. Вот элементарная школьная геометрия. Там всякие окружности, отрезки. Выяснилось, что для школьной геометрии такая система есть. А именно, выяснилось, что если ограничиться только вот некоторым языком, который описывает конфигурацию плоскости, пространства, все эти там точки, окружности и так далее, оказывается, можно придумать алгоритм, который будет отвечать, верна теорема, неверна. Вот. А вот если чуть-чуть расширить язык, и если он будет включать в себя, например, язык элементарной арифметики, или он будет включать в себя язык теории множеств, то в таком случае, внимание, почему абсолютно доказано, почему несложно доказать, доказано, что такого алгоритма уже нет. То есть, если вы делаете устройство, которое будет печатать только правильные теоремы, то замечательным образом выяснится, что оно печатает не все. Замечательно. Вы добавите вот эту самую, которую он не напечатал одну, и из нее тоже будет делать выводы. И все равно опять напечатает не все. Это называется теорема Гёделя о неполноте. Когда ее доказали, люди вдруг поняли, что оказывается даже в арифметике, то есть в учении о натуральном ряде, ну мы же не сильно лучше компьютеров, правда? Понятно, что мы, в общем, вряд ли сможем больше, чем по очереди доказывать такие теоремы. Оказывается, что мы не сможем доказать все теоремы, не переберемся. Так, ну все, на этом философская часть заканчивается.